Но когда это талантливо, это здорово. Я давно так не смеялась. И я поняла, как важно иногда на себя посмотреть со стороны, на свой продукт. Вы знаете, мы часто спрашиваем ведущих, создателей передач, которые приходят к нам, таких любимых и таких легендарных. Есть ли возможность, например, снять и нашу с Сашей историю? У нас очень непростая история наших взаимоотношений. Про меня-то ладно, но про Сашу есть удивительно несколько историй. Они не все женские, но... Саш, мы про Ваню с тобой сделаем. Про Ваню. Ты мне все расскажешь? Да, хорошо. Ты все Саша, знаешь? То, что Саша все расскажет, в этом сомнений никаких. Нет никаких. Конечно, знаменитая... Школа полицай. Так, друзья, спасибо огромное. Давайте мы еще раз поаплодируем нашей замечательной гости Оксане Пушкиной. Оксан, можно попросить вас сделать то, я не могу, не имею права вас не попросить, посмотреть в нашу камеру. Своим взглядом. Своим взглядом и своим голосом пожелать что-нибудь нашим телезрителям. Ну, будьте искренними, иронизируйте над собой и смотрите почаще программу «Большая разница». Вот, прекрасно. Оксана Пушкина!